Всем привет, дорогие друзья. Вот закончились тесты. Записываю это видео уже после них, потому что в нем небольшой итог подведем. Да? Для начала хочу большое спасибо сказать Алексею Семенову лично и группе РЦ Трофи и Триал СПБ за возможность с ними покататься. Было интересно. Хоть и сухо сейчас достаточно, но трасса по Сосновке такая интересная достаточно. Много канав присутствует, есть где переезжаем по досочкам, есть где можно по канаве, много корней, ходы подвески хорошо работают. Да, проверили мотор по поводу 35 витков, хочу сказать, да, конечно, маловато. Да, но тяга хорошая, прекраснейшая тяга, ну, скорости можно было бы, да, то есть на каких-то перегонах не хватает все-таки скорости, можно было бы побыстрее. Но что комфортно, то что машина двигается со скоростью пешехода, да, то есть она не едет быстрее, не едет медленнее, она вот ровно, скорость получается максималка ровно вот такая же, как ты идешь, то есть она едет рядом с тобой. Что же у нас произошло, да? У нас развалился задний амортизатор, не жалейте локтайт, то есть клей резьбовой. Видимо, маленькая была слишком капля, все раскрутилось, пружины потерялись, но мы смогли найти поставить пружины обратно и поэтому продолжили ехать. Было достаточно интересно. Давайте посмотрим, как это было.
тебя от Рубикона, а у меня от Рубикона как раз не получается. Перекосил тут. Ага. О, прикольно. Что ты взял? Пойду искать аморт. Что, аморт потерял? Да.